комната. Да, комната есть, это не проблема. Да надо ж научиться, как это читать, писать. Ну ты даешь. Здравствуйте, ребята. Откройте свои книжки. Сегодня мы будем читать. Виолетта, опять ты намусорила? Опять эти зеленые бумажки? У нас лошадь старенькая, ей наклоняться тяжело. Жалеть ее надо. Да вы не переживайте, Марья Ивановна. Она сказала, чтобы я этих бумажек побольше оставляла. Что такое? Неужели конец урока? Да. Нет, это мне подружки звонят. Да. Алло. Я. Вилка. В 11 буду. Буду. Это, я это, типа того, на уроке. Ну это, короче, я в школе. Ну все, ладно. В баре встретимся. Деньги? Будут деньги. Ну все. Виолетта, попроси своих знакомых не беспокоить тебя в учебное время. Ладно, Марья Ивановна, скажу. Дети, я просила выучить любое понравившееся стихотворение. Пожалуйста, кто? Марья Ивановна, можно я расскажу не стихотворение, а про Багамы? Нет, Виолетта, в другой раз расскажешь про Багамы. А про Филиппины или Канары? Ой, что было на Канарах? Нет, Виолетта, пойди и расскажи стихотворение. Любое, Марья Ивановна? Да, любое понравившееся. Муси-муси-пуси, миленький мой, я горю, я все вкусе, рядом с тобой, я как бабочка бахаю, и все без проблем, я скоро тебя съем. Ну все, Виолетта, ты меня достала, теперь будешь жить и учиться по-новому. Если ты к следующему уроку не выучишь весь курс литературы за 10 класс, я кое-куда на тебя настучу. Все понятно? Все, Марья Ивановна, поняла. Вы бы мне раньше сказали, я бы всю школьную программу раньше изучила, до 1 сентября.